Добро пожаловать на канал Народные Советы. Сегодня хочу поговорить о таком недуге, как атеросклероз, и о его лечении. Атеросклероз – это достаточно серьезное хроническое заболевание, при котором страдают стенки сосудов. На них откладываются холестериновые бляшки, жиры в виде налета. Из-за этого стенки сосудов уплотняются и теряют эластичность. Просвет артерии сужается, ток крови затруднен. Это приводит к развитию ряда других заболеваний. Симптомы атеросклероза таковы. Возникает боль за грудиной, появляется одышка, частые головные боли, шум в ушах, значительно снижается работоспособность, появляется синдром повышенной утомляемости, который может приводить к стрессу, депрессии, общее недомогание, повышается артериальное давление, показатели памяти снижаются. В ногах появляются болезненные ощущения. Ноги отекают, возникает онемение. Регулярно возникает боль в области спины, которая может отдавать в ноги. Если пациент не лечится, появляется риск развития старческого слабоумия, сильных расстройств памяти. На поздних стадиях отсутствие помощи приводит к потере ориентации во времени и пространстве. Антибиотики не всегда могут остановить воспалительный процесс. Тем более вирусы приспосабливаются к лекарствам. Есть хороший природный антибиотик – таволга. Съедайте ее цветки по одной чайной ложке с вареньем 3 раза в день до еды в течение 2 недель. Также можно попробовать такой состав. 50 грамм зверобоя настаивать на пол-литра кагора 12 дней в темном месте. Пейте по одной столовой ложке перед едой 2 недели. И еще пара рецептов. Цветущий чистотел прокрутите на мясорубке, отожмите сок, смешайте со спиртом 1:1. Принимайте натощак по 10-15 капель на стакан зеленого чая 7 дней 2 раза в год. Рецепт номер 2. Очищенные зубчики чеснока разомните в чесночнице, залейте холодной кипяченой водой, покрыв на 2 см. Настаивайте 3 дня, процедите. Настой храните в холодильнике. Принимайте по 1 чайной ложке на 1 стакан молока, а лучше кефира или простокваши на ночь. Если это видео было полезно для вас, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!